Приветствую вас на канале «Час ремонта». Сегодня мы рассмотрим перфоратор профессиональной серии Bosch GBH540D. Буду рад, если вы поставите лайк, а если еще и останетесь и подпишетесь на канал, буду очень благодарен. Актуальные цены на этот перфоратор вы найдете в ссылках в описании к данному обзору. А теперь начнем! Данная модель – самый легкий и компактный инструмент в этом классе перфораторов. Вес агрегата 6,8 кг. При габаритах 49 см в длину и 27,2 см в высоту. Длина кабеля – 3 метра. Мощный двухрежимный электрический перфоратор тяжелого класса с сетевым питанием и патроном SDS Max имеет удобную L-образную компоновку с вертикальным положением двигателя и внушительный вес 6,8 кг. Предназначен для выполнения больших объемов монтажно-демонтажных и строительных работ, связанных с энергичным долблением, сверлением бетона и других твердых минеральных материалов. Позиционируется как профессиональный ручной электроинструмент верхней ценовой категории. Из-за особенностей компоновки имеет умеренные габаритные размеры. Благодаря патрону SDS Max можно устанавливать профессиональную оснастку, а также быстро менять ее в процессе работы. Дополнительная рукоять помогает прочно держать инструмент в руках, что особенно актуально для работы в режиме долбления. При покупке инструмента комплектации как таковой не будет. Вы получите просто перфоратор с дополнительной ручкой, упакованный в картонную коробку. Перфоратор имеет мощность 1100 Вт, сила удара 8,5 джоуля, максимальные обороты достигают 340 оборотов в минуту, а максимальное число ударов достигает 2900 в минуту. Максимальный диаметр сверления буром 40 мм, а коронкой 90 мм. Перфоратор имеет два режима работы – сверление с ударом и чистый удар. Выбор между ними осуществляется посредством тумблера. Электродвигатель высокой мощности надежно защищен от пыли и имеет повышенную стойкость к перегрузкам, что важно при продолжительной работе с серьезными нагрузками. Перфоратор способен обеспечить впечатляющий удар, которого вполне достаточно для выполнения различных демонтажных работ и эффективного долбления, штробления, любых штукатурок и бетонов. В режиме ударного сверления, бурения, способен сверлить отверстия диаметром 40 мм в прочных марках бетона и камни естественного или искусственного происхождения, имеет высокоэффективную систему гашения вибрации, улучшающую условия труда, оборудован регулятором максимальной скорости вращения патрона и предохранительной муфтой, предотвращающей травмирование пользователя при заклинивании бура. Инструмент комплектуется патроном SDS Max для быстрой замены рабочей оснастки. Высокая производительность сверления на 30% по сравнению с предыдущей моделью. Предохранительная муфта для защиты оператора и инструмента при заклинивании бура. Система VarioLock с 12 различными положениями зубила. Дополнительная рукоятка для надежного удержания перфоратора. Диаметр сверления в бетоне буровыми коронками 12-40 мм. Диаметр сверления в бетоне вращающимися буровыми коронками 45-55 мм. Диаметр отверстия в бетоне при сверлении полыми сверлильными коронками 40-90 мм. Максимальный диаметр сверления в кирпичной кладке полыми сверлильными коронками 90 мм. Давайте посмотрим отзывы реальных пользователей этой модели, которые я нашел в интернете. Сначала я расскажу вам, на что жалуются обладатели этого инструмента. Не стоит своих денег. Очень слабый, даже тонкую армирующую сетку в кирпиче не берет. Через 3 месяца активной работы в редукторе на шестерни полетели зубья. Очень быстро нагревается. Однако есть и довольные пользователи этой модели. Шустрый. Долбит нормально. У 5.40 вибрации вдвое меньше. При этом он явно шустрее, чем 5.38. Возможно, вы станете владельцем этой модели перфоратора. В комментариях под видео можете поделиться своим отзывом. Напоминаю, что подборку лучших цен на данную модель вы можете найти в описании к этому видео. Буду благодарен за лайк и подписку. Всем пока!